Здравствуйте, друзья! Вас приветствует канал «Моя дача». Сегодня 21 апреля. Я сейчас нахожусь в своем небольшом садике. Хочу сегодня разговор повести о пионах, потому что они меня относительно начали уже волновать. Вот мои пионы. Здесь у меня три куста, три больших куста, розовые. И один куст у меня такой ранний куст, это ярко-красные пионы. Так, ну, что я хочу сказать, что на сегодняшний день меня волнуют мои пионы по поводу роста самих кустов. По идее, они должны были быть уже гораздо больше, чем сейчас на сегодняшний день они находятся. Они уже посажены лет 5. Вот у них такие корни, такие стебли, точнее. Каждый куст имеет хорошие стебли. Но хочу сказать, что да, действительно, меня волнует вот это листовые пластины. Они уж слишком какие-то маленькие. И поэтому у них, наверное, нет силы роста. И мало того, что завязались уже цветочки, ну, совсем маленькие бутончики, очень маленькие бутончики, на сегодняшний день они должны были быть гораздо больше. И при том, не все завязались. Вот тоже маленький бутончик. Ну, совсем маленький, и поэтому я сегодня решила провести им хорошую подкормку. Подкормку я буду делать нитроамофоской. Вот нитроамофоской. И здесь марка 16-16-16. Получается, буду брать столовую ложку на 10 литров воды. Вот я уже приготовила такой раствор сегодня. Перед этим, 2 дня тому назад, я их поливала, так что у них в ногах, в корнях есть достаточно влаги. И вот теперь я буду поливать. Приготовила я уже лейку. И думаю, что одной лейки, здесь лейка у меня не 10 литров, а всего лишь, по-моему, 8. Ну, считаю, что здесь достаточно столовая ложка без горки удобрения. Теперь я буду эти растения свои поливать. Полив, подкормку я произвела. Так что надеюсь, что теперь они будут хорошо расти. Так, а теперь я еще хотела показать вам, ну так вот, вот этот вот куст ярко-красный. Он ранний, и поэтому здесь вот такие очень хорошенькие уже бутончики. Надеюсь, видно, какие тут бутоны. Но тоже их мало. Тоже их мало. Не на каждой ветке есть эти бутоны. И есть даже маленькие бутоны. Надеюсь, что после этой подкормки все же как-то проснутся мои цветы и дадут еще рост, и дадут хороший такой толчок к расцветанию пионов, самих цветов. Со временем я обязательно покажу, какие они у меня выросли. На этом маленькое видео, друзья, я хочу закончить. Желаю вам всем сегодня хорошего дня, хорошей работы, легкой работы на своих участках, по выращиванию цветов, овощей и всего, что вам очень-очень даже хотелось бы. До свидания.